Организованные купания пройдут в местечке Пески напротив кафе «Сказка». Две купели вырубят в 60 метрах от берега. К ним будут проложены раздельные дорожки, оборудованные ограждением. Проруби тоже будут ограждены, чтобы ограничить доступ автомобилям. Там же установят 4-метровую световую башню. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января с 0 до 4 часов утра. К этому времени купели будут освещены. За безопасностью купающихся будут следить сотрудники правоохранительных органов, частной охраны и медицинские работники.